сегодня в Петербурге самый жаркий день. И он первый. Кстати, я еще не видела теплого дня в этом году. И это первый день. Даже в тени очень жарко. И даже вот ветерок с воды такой теплый-теплый, как морской. А сейчас только начало 10 утра. Обещает, что в течение дня будет 31 градус. На солнце, я думаю, еще больше. И вечером тоже тепло. А это Египетский мост. Очень красивый. Обожаю эту статую. И всегда ею любуюсь. Здесь спокойно улочка и зеленые красивые деревья с красивым домиком. А это Троицкий храм. Прекрасный, как всегда. И в жару, и в холод, и в дождь. Он великолепен.